Всем привет! Вещь, которая будет уместна везде и, главное, будет удивлять вас своей технологичностью и качеством исполнения долгое время. И все это про рюкзак от компании Jack Wolfskin, модель Mankai. Итак, данная компания сделала уверенный шаг вперед и выпустила по-настоящему продуманный и уникальный рюкзак, который подойдет не только для городского использования, но также для путешествий и велопрогулок. Объем в 22 литра позволяет комфортно разместить достаточно большое количество вещей, а удобно размещенные карманы обеспечивают безопасный и удобный доступ ко всему содержимому. Но давайте пройдемся по каждому элементу отдельно. В качестве основного материала используется ткань из переработанного полиэстера Urban Proof плотностью в 300 денье. Этого показателя более чем достаточно не только для городских задач, но и для загородного использования. Минимализм фронтальной панели притягивает взгляд, как линии дорогого автомобиля. Все выполнено с изяществом и вниманием к деталям. Фронтальный карман, расположенный в боковой части фронтона, делает гармоническое деление по золотому сечению этого рюкзака. Логотип не просто наклейка, а еще и светоотражающий элемент, который делает вас более заметным в ночное время. Регулируемые лямки имеют мягкое и плотное наполнение, а комфортная задняя панель обеспечивает удобство в течение всего дня. На спинке расположена специальная лямка, позволяющая закрепить рюкзак на раздвижной ручке сумки на колесах. Что касается внутреннего наполнения, то в основном отсеке, который, кстати, имеет расширенный доступ, располагается мягкий карман для ноутбука и сетчатый карман, в который можно укладывать документы или любую другую мелочь, которую нужно хранить внутри рюкзака. Ну и, конечно, основной отсек, в который можно убрать просто гору вещей. Объем позволяет. Кстати, секретная информация. Для тех вещей, которые вы бы не хотели, чтобы кто-то нашел, в спине есть еще и потайной кармашек, про который будете знать только вы. Если подвести итог, то данный рюкзак является универсальным средством транспортировки вещей как для городского жителя, так и для путешественника. Удобство, технологичность и стиль в одной вещи. Путешествуйте! Выбирайтесь почаще на природу, открывайте для себя новое и, конечно, заходите к нам в гости на Сайкино 4. До скорой встречи!